Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем электрику, электромонтаж в гараже. Вчера закончили очень поздно, где-то часов в 10 вечера. Вот. Сегодня мы до конца шнуровали. Не, вру, не до конца. Не хватило провода на электроприводы. Значит, все установлено. Выключатели розетки еще пока не стоят. Значит, что получилось? Распред коробки все соединены, подрозетники закреплены, провода все выведены. Значит, осталось только смонтировать выключатели розетки и установить автоматы. Все, и как бы можно пользоваться. Посмотрим, что у нас под будущим навесом сбоку гаража. Ага, все выведено. Получается, справа у нас будет проходной выключатель, три светильничка, и слева, вон там дальше в углу, будет второй проходной выключатель. Вот это все у нас розетки будут. Ну, как бы так. Все, начинаем монтаж. Прошло несколько часов. Установлены розетки, выключатели. Смонтирован щиток. До конца еще не расключен, правда. Вводной автомат. Диф-автомат, розетка на динрейке. Резервный. Свет внутри, свет снаружи. Розетки уличные с левой стороны гаража, розетки уличные с правой стороны гаража, розетки, это получается два привода под будущие открывающиеся рольставни с правой стороны, розетки внутри с левой стороны, розетки внутри с правой стороны. Выведены лампочки под будущие светильники. Все стоит, как уже ранее говорилось, трехклавишный выключатель, все расключено. Здорово. Козыречек, двухклавишный выключатель, розеточка. Жене сюда планируется чуть попозже вывести, сюда посередине, с той стороны. Светильнички. Ну, как бы так. До конца сейчас остается расключить шкафчик, и можно подавать электричество. Розетка уличная. Так, 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 так. Три лампочки, которые заменят потом светильнички красивые. Проходной выключатель. Розеточка наружная. Здесь осталось немного докупить. Сюда вот три розеточки. И посюда тройную рамочку купить. Проходной выключатель сообщаем с тем. И вот уличная розеточка. Ну вот такие вот дела у нас, ребята. Теперь уже можно говорить со всей уверенностью, что проводочка есть. Как закончу, продолжу снимать. Так, уважаемые друзья, значит, подсоединили мы вот этот провод, который прокладывали в прошлых роликах под землей. Значит, заземление подключили. И сюда к вводному автомату на 32 ампера. Вот. Все, подсоединили. Закрываем на ключ. Закрываем. Все, идем включать свет. Волнительный момент. Идем сюда. Все, включаем главный автомат. Главный автомат. И включаем
автоматы освещения. Фу. Да будет свет, сказал электрик. Все, у нас получается, как мы планировали, левая клавиша — это левая сторона. Угу. Вот. Центральная клавиша — это вот центр. И правая сторона — это вот у нас правая. Лампочек пока нет, поэтому поставил пока по одной. Ну как бы так. Все, теперь включаем, поднимаем все автоматы. У нас все розетки работают. Все, сейчас одеваем вот этот щиточек. Я его подгоню, сейчас одену. Все, и можно будет это штукатурить в следующем году. Так, ну что, процесс электромонтажа гаража закончен. Сейчас посчитаем, сколько денег затрачено на электромонтаж гаража. Ну, конечно, электромонтаж выполнен не в бюджетном варианте. Вот. Поэтому я воплотил все, что хотел. Поэтому как бы вот так. Все, посчитаем, сейчас напишем. Всем пока, ставьте лайки. Да, и не забудьте подписаться на наш канал.